Наш муниципалитет считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае. Физкультура и спорт объединяют людей разных профессий, помогают им жить и работать. В физкультуре покорны люди всех возрастов. Спортивный образ жизни укрепляет здоровье и повышает качество жизни, способствует профессиональному росту. Представители различных учреждений образования нашего района, объединенные в команды, приняли активное участие в «Спартакиаде» Славянской районной организации профсоюза работников народного образования и науки России. «Спартакиада» включала в себя состязания по стритболу, волейболу, настольному теннису, стрельбе, городкам, шашкам, шахматам, дартсу, нардам, плаванию, мини-футболу, соревнованиям семей «Стартуем вместе». И никак не обойтись, конечно, без сдачи нормативов ГТО. Люди приходят, и когда здесь собираются, у них совершенно другой настроение, потому что работа есть работа, дом, наверное, тоже мы все привыкли, а вот когда общаемся вот так, вот в самом деле у людей радость. Это вот всегда заметно и до таких спортивных соревнований. У нас же будут еще и продолжение турслеты, то есть и краевые, и мы ездим и в Крым. То есть, как бы, на мой взгляд, это правильно, потому что то, что мы вот здесь умеем, мы тому и детей должны научить. Участники спартакиады с большим энтузиазмом соревновались, боролись за лидерство. Программа соревнований была большая, появились в ней новые виды. Мы очень благодарны нашему профсоюзу, то, что он проводит такие соревнования. Учителя, все зоны, которые есть у нас, поселения, все участвуют активно. Каждый год где-то добавляются учителя, молодые, им нравится, интересно. Интересно спартакиада. Много видов в этом году. У каждой из команд были свои сильные стороны, и они постарались их проявить в ходе спартакиады. По итогам соревнований безоговорочным победителем стала команда «Сталкер». В ее активе 6 первых мест и 7 призовых по видам спорта. Серебро у дружной компании, бронза у «Бригантины». Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».